Добрый вечер всем. Очень рад всех видеть. Я знаю, что вы меня тоже очень рады видеть. Да. Ну, как минимум, те, кто знает меня. А те, кто не знает, может быть, не очень рад, потому что сложно любить человека или радостно видеть, когда ты его не знаешь, да или нет? Да. Или нет. Или да. Но мы живем хорошее время, определенное время. Вот, и это время мне очень нравится. Вот, потому что очень много событий происходит в этом времени, которое, ну, я вот сам сейчас проживаю. И это не только связано с тем, что там есть какая-то семейная жизнь, или есть какие-то новые обстоятельства, или есть какие-то детали, связанные с работой. Я как бы, ну, больше это отношу к таким, ну, бытовым вещам, да, которые, конечно, они интересны, и все правдоподобно, все прекрасно, но есть еще что-то, да, которое мне нравится, да, в этом времени. Это искать Бога, да, собираться, и не то чтобы даже собираться, а просто искать Бога в этом времени, потому что каждое время оно особенно по-своему. Да, в каждом времени мы можем для себя что-то найти, да, и в каждом времени мы, конечно, можем что-то потерять от себя, да, то, что мы уже имели когда-то, или то, что мы имеем. Потому что потерять это очень легко, на самом деле. То, что мы имеем, приобрести что-то, да, от Бога, это очень трудно. И хотя бы это не тот труд, да, который бы заставлял тебя там упорно трудиться, чтобы там изнемождать, да, свою плоть, там, ну, хотя бы это тоже нужно, да, для того, чтобы, как бы, прийти в то состояние, как Павел говорит, да, быть на ресталище и находиться на той дисциплине, да, духовной дисциплине, которой, на самом деле, зачастую нам не хватает, да, в нашей жизни. И в том, чтобы искать Бога, дисциплинировать себя в этом плане, да, в том, чтобы отдавать ему свою жизнь, свое сердце, свое время, да, каждый день. Потому что в этом на самом деле заключается дисциплина. Да, в этом на самом деле заключается то, что мы можем Богу дать вообще, по идее. Да? Ничего, по большому счету. Почему? Потому что он не нуждается в том, чтобы мы ему что-то дали. Да? И он вообще не нуждается в нашем служении даже, которое мы можем для него принести, да, которое мы можем для него сделать. И это подтверждает Библия, да, потому что в Деяниях написано, да, об этом, то, что он не нуждается в служениях рук человеческих. Почему? Потому что он сам дает всему жизнь. Он сам во все то, что мы видим, во все то, что мы можем увидеть, да, своими глазами, а то, что мы можем представить своей верой в Боге, да, которым мы живем, он сам этому всему дает силу, да, он сам этому всему дает определенное направление, да, и благодаря этому все работает, благодаря этому все двигается, да, и благодаря этому происходят чудеса, которые мы иногда видим, иногда не видим, независимо от того, видим мы или нет, они происходят все равно. Вот. Если же только, да, наша жизнь, она сопровождается, да, определенной верой, да, которой мы живем, мы тогда способны, да, увидеть то, что Бог на самом деле творит и внутри наших сердец, и то, что Бог творит за пределами, да, нашей собственной жизни, в других сердцах, в церкви, да, в служении, я не знаю, в других семьях, да, и так далее. И на самом деле очень хорошее время, как я уже сказал, мы, да, живем. И я знаю, что зачастую, я про себя буду говорить, то, что я иногда забываю, откуда я пришел, да, кем я был вообще раньше, да, каким образом я пришел к Иисусу. Потому что я, ну,
да, 17, не знаю, 18 лет живу, да, христианской жизнью, и смотрю назад иногда, и не то, что смотрю назад, а когда живу вот сейчас, да, я, ну, мне кажется, что я всегда так жил, да, у меня как будто ничего не произошло в моей жизни, как будто я всегда был такой вот, как сейчас, да, как будто всегда я был в церкви, да, или там всегда я находился, в моих руках была Библия, всегда я приходил на какие-то собрания с какими-то людьми, с христианами, какое-то общение имел, там, делился чем-то, они со мной делились. Казалось, что всегда я так жил, и тогда мне так кажется. Вот. Но если я смотрю назад, да, если я отлистываю вот эти годы назад и смотрю на то, как я начинал, да, свою жизнь, и как все происходило, да, то на самом деле я понимаю, что мне на самом деле очень, ну, очень трудно было прийти к Богу, да, покаяться. Мне очень трудно было понять вообще, что Бог хочет от меня. Трудно было понять, какие изменения вообще во мне могут произойти в моей жизни, да, впоследствии в моей семье, там, и в моем сердце. Да. И мне очень трудно было. Но когда я, ну, когда я думаю об этом, я вспоминаю стихи, которые Павел оставил, да, в послании к Римлянам, в первой главе. Давайте прочитаем. Это будет основанием и, как бы, наверное, даже названием, да, вот этой темы, про которую я сегодня хотел говорить. Римлянам 1 глава, 16 и 17 стих. Я прочитаю. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». И на самом деле, да, я смотрю иногда и, да, вот на эти стихи опираюсь и думаю, «Ибо я не стыжусь благовествования Божьего, да, потому что оно есть сила ко спасению всякому верующему». И вот годы прошли вот эти, да, которые я, ну, прожил христианской жизнью, и я понимаю то, что на самом деле эти стихи, они, ну, лежали в основании, ну, всегда в моей жизни, да. И как бы не то, что я этим хвалюсь там или хочу там сказать какой-то, поставить определенный авторитет в своей жизни, нет. Но как бы я вот сегодняшний день, да, там, разговариваю с людьми, с неверующими, допустим, и возможностей очень много, да, говорить, допустим, об Иисусе. И я внутри себя анализирую всегда людей, да, которые, допустим, со мной говорят, находятся там и так далее. И я задаю себе вопрос иногда, да, после того, что я уже поговорил, я им о Христе не сказал, я им просто, ну, какая-то была беседа такая дружеская, там, или наоборот, были какие-то отношения натянутые, не совсем дружеские. И после этого всего я начинаю анализировать. Ну, Вадим, ты сказал, ну, ты самый главный упустил, на самом деле, самый главный момент в этом разговоре. И я думаю об этом, да, и даже начинаю себя плохо чувствовать о том, что я не сказал им об Иисусе, да, я не сказал им самого главного о том, что может изменить их жизни, да, что мне помогло когда-то и так далее. И я знаю, что, наверное, ну, каждый был в такой ситуации, и ты, наверное, был неоднократно, да, когда у тебя была возможность сказать, да, и ты не сказал. Но Павел говорит, что я не стыжусь благовествования Божьего. Да, потому что оно есть сила ко спасению всякому верующему. И я на самом деле иногда, ну, чувствую себя человеком, да, который, как написано в Библии, в Евангелии от Иоанна, 5 глава, и хотя бы мы привыкли говорить всегда вот эту историю, откройте, давайте посмотрим, освежим ее в нашей памяти, 5 глава. Евангелие от Иоанна. Ну, давайте прочитаем по-быстрому, чтобы вспомнить с первого стиха. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которых было 5 скрытых ходов.
В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господний по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой не был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли ты быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имеет человек, который опустил бы меня в купальню, когда возмущается вода. Когда же я прихожу, другой сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми свою постель и ходи». И он тотчас выздоровел. Тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Вот. И на самом деле я иногда, ну, много раз проповедуется эта история, да, о том, что люди там, и там была нужда, и это все представляет собой определенных людей, мир, в котором мы живем, где полно таких людей, да, больных, хромых, там, иссохших, с проблем и так далее. Но я зачастую, да, смотрю на свою жизнь, я понимаю, что иногда я нахожусь в таком состоянии тоже. Да, я лежу там, жду какого-то чуда, да, какое-то время. Мы же, нас учат иногда, да, тому, что мы должны ждать в Боге, мы должны ожидать там чего-то, короче, мы должны еще что-то сделать, да, но... Да, здесь написано то, что Иисус, Он рядом находился. Иногда мы забываем об этом, да, то, что наш выход, и то, что наше благословение, и то, что наш источник, это не тот, который какое-то чудо ждает, да, который может произойти в церкви, который может произойти в твоей семье, который может произойти там еще где-то, да. Но в первую очередь мы должны понять, что Иисус-то, Он рядом находится с нами, да, и то, что Он находится внутри нас. И несмотря на то, что есть определенные трудности в твоей жизни, и может быть, твоя жизнь, она стоит на месте в сегодняшний день, да, потому что я иногда чувствую, да, или чувствовал, да, какое-то время назад, что моя жизнь как будто она стоит на месте. Да, я христианин, я ищу Бога, я встаю по утрам, чтобы молиться, я читаю Библию, я получаю какие-то определенные откровения в своей жизни, я могу с кем-то разделить, я прихожу на собрание, я плачу десятину, да, я даю пожертвования, я общаюсь, насколько я могу, с другими людьми, я проповедую Евангелие, но в конце концов, да, все равно я чувствую, что моя жизнь, она все равно стоит на месте, охота еще что-то, идти дальше. И, да, здесь говорится, что мне очень нравится, да, что Иисус спрашивает, да, хочешь ли ты быть здоров? И на самом деле это очень такой, как будто чуть-чуть ненормальный вопрос, да, даже. Неужели после такого времени, который человек лежал больной, он бы сказал: нет, я не хочу, да? И на самом деле так бывает, потому что иногда мы самодостаточные люди. И на самом деле я много раз чувствую на себе то, что я самодостаточный человек становлюсь. И хотя бы меня Бог спрашивает о том, что... Ты хочешь идти дальше, да? И не всегда мой ответ в том, чтобы «да, я хочу». Да? Иногда наш ответ, он в чем заключается? Что «ну, я что-то имею уже, и я вот хочу на этом уровне остаться, да, в образе жизни, в которой я живу». Что, может быть, и мне не надо большего, да? Что, может быть, мне удобно жить таким образом, который я уже привык жить. Приходить в церковь, греть свое место, греть свой стул, да? Общаться с кем-то, кто рядом находится, дать какие-то деньги, да, пожертвования там или еще что-то. Но на самом деле не все не христианство не заключается в этом, да, потому что иногда, ну, я слышу для себя и прихожу в церковь, да, люди проповедуют, и все так прекрасно звучит, да, о том, что все прикрыто под флагом любви, да, что Бог всех любит, что Бог, Он всех прощает, что несмотря на то, что как ты живешь, как, что ты делаешь, и как ты относишься к другим, несмотря на то, что Бог вот все, Он готов принимать, Он все тебе прощает, ты, главное, сейчас выходи, мы будем за тебя молиться, и с этого момента начнется твоя новая жизнь. И, конечно, я с этим, да, иногда согласен, потому что бывают такие моменты, да, когда люди
начинают свою точку отсчета новой жизни именно с этого момента, да, с момента, когда помолятся за них, или там у них есть желание, да, чтобы за них помолились и так далее и тому подобное. Но я все-таки больше считаю того, что здесь написано, да, Иисус, Он спрашивает тебя, хочешь ли ты быть здоров, да, хочешь ли ты идти вперед, хочешь ли ты служить, да, хочешь ли ты идти в какое-то другое место для того, чтобы начинать какое-то служение, какие-то движения, да, в своей жизни, хочешь ли ты проповедовать, да, Он всегда это спрашивает, да, на любом моменте, да, который мы читаем, всегда, да, я вижу это, то, что Иисус, Он не принуждает тебя, да, Он тебя спрашивает, хочешь ли ты быть, потому что Он хочет увидеть твое желание, твое сердце, в чем оно заключено, да, в чем заключено твое желание искать Бога, да, что это значит для тебя. И на самом деле, да, вот эти стихи, с которых мы начали, да, Павел очень хорошо объясняет, да, и комментирует сам, да, вот этими своим посланием к римлянам, да, он говорит, что я не стыжусь благовествования Божьего, да, потому что оно и сила к спасению всякому верующему. И на самом деле, если мы посмотрим, что происходило в те времена, потому что очень сложно было проповедовать Евангелие в то время, да, времена написания Нового Завета, в то время, когда Павел был, да, вот у этих людей римская церковь, что мы знаем в сегодняшний день, кто это такие, да, спустя какое-то время произошло разделение, римляне гнали христиан, их сжигали, да, были инквизиции, были крестовые походы, которые вырезали христиан, да, Павла самого убили, да, и как бы он говорит об этом, да, я не стыжусь благовествования Божьего, несмотря на все, на то, что происходит, да, несмотря на то, что есть гонения, несмотря на то, что люди рядом, они отказываются от Христа, да, несмотря на то, что что-то происходит, и люди падают, да, я не стыжусь благовествования Божьего, потому что в нем есть сила к спасению всякому верующему. И на самом деле это очень большой пример для меня, да, и очень большой пример для нас, да, который мы можем увидеть в нем, да. И в чем же заключается вот это благовествование, да? Потому что иногда мы слышим, как я уже сказал, что все находится под флагом любви, под таким огромным плакатом «Любовь», да. И все там, мы все там находимся, в Божьей любви, и нам больше ничего не надо, нам только нужно поверить в это. И я тебе скажу, что надо, на самом деле. Не все, да, в этом заключается. Конечно, все заключается в том, чтобы поверить, конечно, потому что иногда мы говорим о том, что даже мы уже христиане, но все равно мы хотим чудес, все равно мы хотим каких-то проявлений, чтобы ангелы пришли, чтобы Слово Божие, откровение какое-то особенное пришло в нашу жизнь, чтобы оно перевернуло нас там и так далее. Но я знаю, что, да, вот в моей жизни, например, Бог, Он немножко по-другому говорит. Конечно, бывают, да, моменты, когда Он сотрясает меня, да, и я чувствую то, что Он говорит какие-то слова определенные, которые я просто не могу ничего сделать, да, которые горят внутри меня, моего сердца. Но иногда, да, как в Библии написано, как в тихом веянии, да, Он приходит для того, чтобы тебе сказать определенные слова, да, встань и ходи, или посмотри, у тебя есть определенные проблемы, да, ты гордый, или посмотри, ты на самом деле уже не читаешь Библию, там, я не знаю, сколько времени, посмотри, на самом деле, ты ничего не слушаешь, то, что тебе христиане говорят, и то, что я тебе говорю. И иногда так происходит. Поэтому Павел очень хорошо, да, выражается, да, в плане вот этого, и объясняет то, что я не стыжусь благовествования Божьего, да, потому что в нем есть сила к спасению всякому верующему. И на самом деле, в чем же заключается благовествование? И все просто, да, в принципе. То, что Иисус, Он жил среди нас, да, Он родился, Он жил, Он вырос, да, Он начал свое служение, служил, Он умер на кресте, да, Он воскрес в третий день. И на самом деле в этом заключено благовествование, да, Божие, которое
важно для нас, которое мы не должны забыть. И все начинается от этого момента, да? И все заканчивается тоже в этом моменте. Потому что все, твоя жизнь, она начинается, когда ты приходишь к Христу, когда ты приходишь к ногам Иисуса, да? Когда ты приходишь к Христу, и ты остаешься там, да? И ты оставляешь свою плоть, ты оставляешь свои греховные желания, ты оставляешь свои похоти там на кресте. Написано, что вы умираете вместе с Ним, да, и вы воскресаете тоже вместе с Ним. И поэтому я не стыжусь благовествования Божьего, потому что в нем есть сила к спасению всякому верующему. И мне один пример очень нравится, вот, который по-быстрому пробежимся по нескольким стихам, чтобы вспомнить. И, может быть, кто-то не читал, читал, я не знаю. Но, может быть, кто-то знает про него, про Никодима, конечно, но, может быть, не до конца всю историю, да, что с ним произошло. Я вот некоторые стихи выписал, давайте быстро пробежимся. Третья глава, с первого стиха, Евангелия от Иоанна. Все знают. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, которые ты творишь, никто не может творить, если с ним не будет Бог». 7 глава, 50 стих, тоже Евангелие от Иоанна. Здесь история, да, чуть дальше. Сейчас я немножко объясню, что я хочу сказать этими стихами. Здесь Иисус, он, да, говорит определенный раз, да, который он возвысил голос к народу и сказал в 37 стихе: «Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей». Да? И здесь говорит, что началась распря между народом. Кто-то начал говорить, кто это такой, что он говорит такие вещи, кто-то там, да, поверил, кто-то не поверил, фарисеи подключились, да, начали говорить, что, ну, это богохульник, на самом деле его нужно быстрее арестовать, там, наложить на него руки и так далее, судить его. И написано, что среди вот этих людей был Никодим тоже, да, 50 стиха. «Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли наш закон человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? И на это сказали ему: не ты ли тоже из Галилеи? Рассмотри и увиди, что из Галилеи не приходит пророк». И последний стих 19 главы, тоже в этом же послании, тоже в этом же Евангелии, 19 глава, 39 стих. После того, что, да, Иисуса распяли, прочитаем уже. 38. «После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный страх от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, 39, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоэ, литра около 100». И вот эти стихи, да, почему я, ну, вспомнил про это, почему я подумал, потому что, на самом деле, для меня это очень яркий пример, да, того, что Бог сделал в жизни человека. И несмотря на то, что Павел уже достаточный пример, да, хороший пример оставляет в своей жизни, да, то, что каким образом, да, у него произошло, и каким образом он трудился, да, каким образом он служил, каким образом он отдавал себя, да, за Евангелие, мы можем посмотреть с самого начала, да, то, что вот евангелист Иоанн, он описывает Никодима. Да, то, что написано, что он первый раз пришел к Иисусу ночью, да, я читал разные источники, да, там, ну, копался там в том, ну, объяснениях, почему, да, он пришел ночью. И понятно, что есть много объяснений, есть много версий. Одна из них говорит то, что
Он написан из страха перед фарисеями, перед своими, перед своим обществом, в котором он находился, да, учителей закона. Он из страха пришел, чтобы никто не видел его, да, никто не засек его, что он к Иисусу так украдкой пришел. Другие говорят то, что он был очень сильно занят днем и выполнял определенные нужды людей, учил закону, находился посреди людей, объяснял им, да, пятикнижие, объяснял им, в чем заключается закон Моисеев и так далее. У него просто не было времени днем для того, чтобы прийти к Иисусу, он пришел ночью. Вот. И множество разных версий, да, множество разных предположений, так же, как у тебя, наверное, когда, если ты читал эту историю. Вот. Но как бы не было там, да, он пришел все равно к Иисусу. Так или иначе, он пришел. И здесь Иисус, да, он ему объясняет определенные вещи, ну, это мы все знаем, да, про рождение свыше, про то, что Максим говорил, ветер дует где хочет, там, и так далее. Но мы не будем сегодня об этом говорить, я лишь только хотел подчеркнуть вот этот пример, да, то, что следующий эпизод, который мы прочитали уже в 7 главе, можно сказать, в середине Евангелия от Иоанна, написано, что Никодим, он вступается за Иисуса. И я думаю, что Дух Святой, да, и Бог, он производит определенные действия внутри него. Да, и здесь написано, что несмотря на то, что он принадлежал к этим людям, к фарисеям, к этому обществу, он все равно говорит открыто. Он уже не боится, да, он уже не ночью не приходит, он уже не стыдится, да, тоже определенных вот этих моментов, людей, с которыми он находится, которые могут его осудить. И он говорит то, что... Почему, да, наш закон, разве наш закон, он не говорит о том, что мы должны сначала выслушать человека, да, он говорил про Иисуса. И в 19 главе уже, да, вот эта картина уже открывается полностью, и опять, да, третий раз мы видим Никодима, мы его видим только три раза, да, здесь, в единственном Евангелии, да, от Иоанна. И я на самом деле постоянно думаю и понимаю, что а евангелист, да, Иоанн, он хотел выразить, да, отчетливо его личности. Почему? Потому что в каждом моменте, да, Евангелия он показывает изменения, которые в нем производил Дух Святой, которые в нем производило Евангелие. И говорится, что он принес, и принес ему, написано в Библии, литра около 100 алоэ и смирры, да. Если мы переведем вот эти меру измерения в килограммы, говорится, что это в районе 30-33 килограмм благовоний, да, которые он принес. Написано, да, то, что такое количество благовоний, во-первых, это было очень дорогое, и оно, ну, не производилось именно там, вот, ни в Иудее, там, ни в Израиле, нигде, в Иерусалиме. То есть это были... благовоний, которые вообще находились там в других странах, да, и привозились, и дарились только лишь по определенным моментам, определенным людям, да. В основном, говорит, такое количество дарилось царям, да, или людям очень значимым в обществе. Вот, в основном это дарили царям. И здесь не нужно много объяснений, да, чтобы понять, кто был Иисус, да, для Никодима, кем он стал, да, в его жизни, на самом деле, для него. И я понимаю, что Никодим, он пришел как к царю, да, к Иисусу. Он видел, да, то, что происходило. В нем ожило это Евангелие. Он действительно родился свыше. Он действительно получил откровение в своей жизни, которое вот мы несколько собраний, да, подряд говорили, Максим говорил, тоже очень, ну, очень важные моменты, да. То, что без этого откровения, на самом деле, наша жизнь, она не может пойти вперед. Без этого откровения, без этого благовествования Божьего, да, наша жизнь, она не может иметь никакой силы, не может иметь никакой почвы. Это всего лишь будет религия, которую мы сами себе придумаем, да, которую мы сами себе воображаем. Мы любим шантажировать Бога, да, тоже. И мы любим... говорить ему, что ну ты покажи нам что-то, и мы тогда что-то сделаем для тебя, да, как разбойники, которые были на кресте, распяты по правую и по левую сторону, один, да, он говорил ему, если ты сын Божий, ты
сойди сам и нас сними с креста, и тогда я поверю, что ты Бог. Иногда наше поведение, оно такое, на самом деле. Иногда это даже среди христиан происходит. И это вдвойне больнее, да, чувствовать, и вдвойне больнее осознавать. Потому что иногда мы такие люди, мы говорим Богу такие вещи. Ты сделай вот это, тогда я вот это сделаю. Да? Или мы хотим купить Бога, да, нашими пожертвованиями, нашими десятинами. Или там мы думаем, что это какое-то определенное служение, имеет какое-то очень большое значение на самом деле для Бога, то, что мы даем какие-то деньги. И, конечно, это имеет определенное значение, да? Но когда я читаю историю, в которой говорится про то, что однажды Иисус, он сел напротив жертвенника, в который клали, да? Ну, деньги, там люди, да, около храма. Написано, что там была одна бедная вдова, которая пришла, и у нее ничего не было, да, у нее было всего лишь две лепты, которые она принесла, и это было все то, что у нее было, она все отдала, да, на пожертвование. Иисус, он когда посмотрел на это, да, он сказал, что она больше всех дала. И для меня, например, это означает, да, то, что с каким сердцем мы к Богу приходим, да, с желанием Его искать. Да, желанием действительно отдавать Ему свою жизнь, желанием доверять Ему, да, свою жизнь полностью, желанием служить Ему таким образом, да, или же просто мы привыкли, что, да, мы должны просто дать, потому что мы христиане, и на самом деле, как бы, ну, конечно, может быть, и ты и должен дать, я не знаю, может быть, это как бы закон, и это все должно работать так, как это закон. Вот, и мы должны быть законопослушные граждане, да, Небесного Царства. Но, тем не менее, все равно я больше это отношу к тому, чтобы наши сердца, они были готовы, да, в том, чтобы отдать свою жизнь, в том, чтобы действительно искать Его по-настоящему. И поэтому я должен возвращаться, да, зачастую в то время, как я уже сказал, как я уже начал, да, говорить, я должен возвращаться в то время, когда я начинал свою жизнь. И не просто так Иисус говорит, да, то, что будьте как дети, да. И когда мы дети, когда мы были детьми, когда я был ребенком, да, когда я только начинал свою христианскую жизнь, я помню, что все, что мне говорили, все, что проповедовалось, все, что я читал в Библии, я не подвергал каким-то там аналитическому объяснению, да, я не подвергал каким-то заключениям, я просто верил, да, я понимал, что это так и есть, что я именно так должен делать, как мне говорят, и никак по-другому, да, и проходило какое-то время, и на меня, да, я начал переосмысливать разные моменты, которые я проживал, что можно и по-другому сделать, что можно и вот так, и там по-разному. Понятно, что иногда мы приходим в такое состояние, что даже грех можем оправдать по Библии, да? Что мы что-то можем сделать и сказать, что, ну, вот здесь вот написано, здесь написано, там написано. И в конце концов мы сами можем перепутать очень много моментов, да, в своей жизни, в своей голове. И выдавать это за то, что это есть реальность, что это есть какое-то откровение. И на самом деле это очень глубокое заблуждение, да, чтобы оправдывать какие-то грехи Писанием, да, Евангелием. И поэтому Павел говорит, что я не стыжусь благовествования Божьего, потому что оно и сила к спасению всякому верующему. И Колоссянам 2 глава, давайте посмотрим, это тоже послание Павла. Шестого стиха. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства
и власти. И на самом деле, я, ну, когда начинаю думать обо всем, да, то, что происходит, ну, в моей жизни, что происходит в церкви, да, что происходит иногда с христианским миром, да, что происходит просто с людьми, я понимаю то, что зачастую мы хотим иметь карманного Бога в своей жизни, да, заключить его в какой-то телефон, хотим заключить его в какую-то определенную иконку, хотим его заключить в какие-то определенные обстоятельства, в которых он должен жить и делать для нас что-то. И неважно, что мы будем делать, он будет с нами все равно вести нас и направлять нас и поддерживать всякое решение, которое мы принимаем. И на самом деле это далеко не так все. Да, потому что Бог, он не такой, он не собачка, да, которую мы приманим какими-то вкусными вещами, да, какими-то вкусной едой, и он будет бегать за нами на привязи, да, где мы куда пойдем, и там будем Бога тащить за собой. Так не получается. Потому что здесь написано, что смотрите, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по стихиям мира, потому что это всего лишь стихии мира, это всего лишь религия, да, как я уже говорил, вот этот человек, который, он лежал 38 лет, он был религиозный, да, иногда мы такие люди, иногда мы бездействуем, и мы парализованы для Бога, хотя бы мы христиане, иногда мы бездействуем, да, и хотя Иисус рядом, он спрашивает тебя, хочешь ли ты, да, идти вперед, и здесь говорит то, что потому что в нем обитает вся полнота божества телесно. В ком в нем? Да, в Иисусе Христе. И Павел говорит о том, что я не стыжусь благовествования Божьего, да? Я не стыжусь благовествования Иисуса Христа, который умер за меня, да? Которому я сораспялся, да? Павел пишет об этом. И он говорит, что подражайте мне, как я подражаю Христу. И я понимаю, что Павел, он понимал очень хорошо, да, что он живет во Христе, что и Христос живет в нем, и то, что он не боится сказать этому, да, что ты бери пример с меня, да, ты смотри на меня, как я делаю, да, в своем вот в этом в служении, которое я несу, да, в том, как я проповедую и так далее. И говорит, что я знаю, что есть во мне Иисус, да, и то, что многие послания, да, многие люди, да, которые мы читаем, многие церкви, которые Павел организовал, они вот это именно увидели, да, и получили именно вот это учение правильное через него. И, да, здесь говорят, что по всему, как вы приняли Христа, так и ходите в нем. Именно с таким сердцем, да, который мы приняли когда-то, Иисуса Христа. И, как я уже сказал, что я должен возвращаться, да, на это место для того, чтобы посмотреть, кто я был, да, и каким образом я начинал свою жизнь, с каким сердцем я принимал, да, когда-то слово, Евангелие и ту весть, да, то благовествование, которое в сегодняшний день оно стало основанием в моей жизни. И заканчивая, да, еще раз, да, вот эти стихи, да, прокомментирую, чтобы они отпечатались, да, в наших сердцах, которые бы мы унесли с собой, да, и унесли, принесли с собой через всю свою жизнь, да? Ибо я не стыжусь благовествования Божьего, потому что оно и есть сила к спасению всякому верующему, да? И как написано дальше, потому что праведный верою жив будет, да? И поэтому давайте не будем, да, стыдиться, да, того, что Бог говорит в наши сердца. Если, может быть, да, ты чувствуешь сегодня, что ты лежишь тоже парализованный, да, в этой купальне, ждешь какого-то чуда, неважно, ты христианин или ты человек, который знал Христа, может быть, сегодня ты не находишься на этом пути, да, но желаешь вернуться. Иисус тебя спрашивает, если хочешь, иди, встань и ходи, да, если хочешь служить, служи, если у тебя есть, да, желание, если у тебя есть стремление, если у тебя есть вера, если у тебя есть такое побуждение, чтобы искать Бога, да, потому что Он рядом, да, Он рядом находится. Ты ищи Его, да, принимай Его. Не стыдись благовествования Божьего, да, потому что оно есть действительно сила к спасению всякому верующему. Всякому верующему, да,
Это очень важно. Потому что если мы просто прочитаем вот эту Библию, да, от бытия до откровения, от откровения до бытия, и просто выучим ее наизусть, но не будем иметь действительно веры, да, не будем иметь действительно откровения, про которые вот мы несколько собраний говорили, это всего лишь будет для нас, да, сухая еда, которая бы она просто будет поперек горла стоять, и мы ничего не сможем понять из того, что здесь написано. Поэтому нам нужна вера, да, которая бы растворила вот эти сухие знания, да, и сухой закон, который много раз представляется нам за Евангелие, да, много раз представляется нам свод вот этих законов определенных, что мы должны все это исполнять, все это делать и так далее. Но без откровения, да, как уже Максим говорил, и как в Библии написано, без откровения Божьего народ не обуздан. Это на самом деле так и есть. Это то, что нам нужно. Да? И в этом благовествовании, про которое мы сегодня говорим, в нем заключено тоже откровение, да, Божье, которое нам необходимо. И из-за него, да, из этого благовествования, которое мы слышим и которое мы, да, несем, может быть, в наших сердцах, и которое мы устремляем, да, в свою жизнь, с которым мы идем на протяжении всей своей жизни, я знаю, что оно доведет нас до конца, да, Дух Святой доведет нам до конца, если мы не стыдимся Его. Да? Иисус говорит сам об этом, что кто постыдится Меня, да, того Я постыжусь уже там на небе. Поэтому мы не должны стыдиться благовествования Божьего. Не потому, что проповедовать другим, да, не потому, что, да, там, сказать другим об этом. Нет, в первую очередь для себя, да, как Его слово, как Его направление, как Его наставление в нашей жизни. Слушай, песню спеть?